Хорошая игра, абсолютно равная игра, абсолютно равная. Где-то чувствовалось, что где-то в чем нас крылья Советов превосходили? В исполнительском мастерстве и физической готовности. Ну, физическая готовность, понятно, что я уже после первой игры говорил об этом. Практически мы 2 недели только тренируемся, и уровень физической готовности пока далек от идеального. Абсолютно равная игра, исполнительское мастерство четче решило судьбу матча, штрафной, здорово исполнил. Те два момента, которые у нас были, конечно, нужно реализовывать. Это выход, практически выход один на один в первом тайме у Мичуренко. Поспешил он с завершающим ударом, уже линия обороны была вся отыграна, нужно было здесь на исполнение все подрабатывать, исполнять. И в конце игры при стандартном положении момент, когда я диву даешься, как Семенов с 3 метров головой, находясь в площади ворот, пробил выше ворот. А так абсолютно равная игра с командой, которая приличного уровня, команда, которая играла в прошлом году в премьер-лиге и реально претендует на выход в премьер-лигу. Хорошие квалифицированные игроки, но еще раз повторяю, что ребята наши практически ничего не уступили.